скажите, пожалуйста, у вас есть такая подруга, которая просто пофиг на ваши планы на день, и ей нужно, чтобы вы все свои планы отложили и обязательно сделали ту, то, что она хочет? Вот у меня есть такая подружка. Мне сегодня утром звонит эта подруга моя и спрашивает, типа, Тая, ты сегодня свободна? Я говорю то, что, ну, допустим, что свободна, а что? И она мне такая говорит, то, что вот моей маме вчера на работе достались там бесплатные билеты в театр, но вот моя сестра заболела, и поэтому она не пойдет в театр, и я хочу пригласить тебя, чтобы ты пошла с нами. Озвучка ванила слава. Я ей такая отвечаю, я думаю, что я с тобой сегодня не смогу пойти в театр, потому что я хотела со своей ЛП погулять. И знаете, какую она мне гениальную идею подкинула в голову? А ты не можешь со своей подружкой пораньше погулять? Я у нее спросила, типа, а почему ты такой, чтобы я с вами пошла в этот театр? Она мне такая говорит, ну мне потому что будет скучно. То есть она хотела, чтобы я бросила все свои планы? В детстве, когда мама давала мне деньги и отправляла меня за продуктами, я всегда как бы 100 рублей оставляла в карман. Когда приходила, говорила о том, что, ну, просто что-то дороже. Меня не мучила совесть. Мне просто хотелось мороженки. Всегда. Всегда ведро мороженого надо было съесть. Вот как-то раз я пришла с покупками, а чек я забыла вытащить. Я просто стояла и нагло врала. Когда моя мама знала всю правду. Такая, сдачу. Я такая, нету. Она такая, чек, вот он. Ладно, на. Зачем тебе деньги? В смысле, зачем мороженое ведро? В детстве, когда мама давала мне деньги... Мне кажется, ни у одной у меня были такие случаи, когда вы подходите просить к родителям домашнее животное, а они вам говорят, вот мы тебе заведем домашнее животное, а кто за ним будет убирать? Правильно, мама и папа. У меня такого не было, потому что моя мама мне до определенного момента запрещала заводить домашнее животное, когда я у нее его выпрашивала, она просто говорила нет. Но у дочери маминой подруги произошла такая ситуация. Когда ей, ну то есть дочери маминой подруги, было 10-11 лет, она себе завела морскую свинку. Озвучка ванила слайм, ID ванила слайм 295. Первые 2-3 недели она хорошо ухаживала за этой морской свинкой, убиралась у нее в клетке, давала ей еду, меняла воду.